Приветствую вас. Мне бы хотелось, конечно, обратить ваше внимание на то, что не очень понятно, какой именно помощи вы хотите получить от психологов. То есть помощь конкретно в чем? Вы хотите, чтобы мы вам оказали? Что такого плохого у вас происходит, да? Что вы желаете, чтобы мы помогли вам? Вот. Мне кажется, что это, наверное, первый вопрос, который необходимо поднять. Потому что вас должно что-то не устраивать, если вы обращаетесь к психологу, да? То есть вас должно что-то не удовлетворять. Раз вы обращаетесь к нам, ну, к психологам, да? Вот. А так получается, что вас, ну, вроде бы устраивает все вообще. То есть у вас есть определенные увлечения, да, у вас есть определенные влечения. Вот. И что в них плохого именно для вас? Вот вы говорите, что я вроде люблю женщин. Согласитесь, звучит как, знаете, звучит как будто какая-то необходимость, как будто какое-то принуждение, то есть по типу «я должен любить женщин», например, обязательно. Если я не люблю женщин, да, то все, я сразу плохой, да, обязательно, ну наверное. Так мне показалось, у вас происходит. Вы же понимаете, что это не совсем свободное проявление чувств. То есть, если вы, например, боитесь, ну, какого-то осуждения со стороны, допустим, ну, людей, то это одно дело. Это совсем совершенно иной момент. То есть проблему здесь нужно решать тогда в сексологическом контексте, а скорее в контексте моральном, то есть в контексте того, насколько соответствует то, что происходит, вашим моральным принципам, да, и не ограничивают ли они вас, ну, моральные принципы, я имею в виду, не делают ли они вас менее свободным, например. Понимаете? То есть это вот такой важный момент, который нужно обязательно исследовать вам. Вот. И тогда, я думаю, что уже ситуация будет гораздо более понятна для вас.
гораздо более понятный, гораздо более простой, гораздо более четкой, вот, и так далее. То есть в чем конкретно проблема? Вот вы говорите, что у вас был опыт. Вот. Ну раз был опыт, значит, что вам хотелось этого? Или было как минимум, наверное, интересно, да? Вот. Или что-то в этом роде. Понимаете? Ну, просто потому что, иначе вы бы не стали бы этого делать, не стали бы этим заниматься. Понимаете? Вот. То есть это не случайно. Вот случайности, да, я не верю в случайности. Не думаю, что это было случайно. Это бы хотела. Вот. Либо это эксперимент, либо это проявление вашей сексуальной ориентации. Вот. Что, в принципе, опять же, неплохо. Вот. Я бы даже сказал, что это нормально. Вот. То есть подумайте, чего вам хотелось бы, именно хотелось. И исходя из этого уже выбирайте модель своего поведения. Исходя из этого уже смотрите, как будете действовать. Вот и все. Я думаю, так можно вам ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. На этом все. В принципе, добавить больше нечего. Потому что, ну, как я уже сказал, непонятно, в чем проблема. Конкретно. Вот. Понимаете? Вот. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, значит, если вы сделаете его лучшим, а я желаю вам всего самого доброго и удачи вам.